есть. Все сделал. Дядя Володя, передачу попал. Здравствуй, здравствуй, мой бриллиантовый. Стоп. Нас никогда не забудут, потому что мы живем в таком хорошем регионе, что, ну, Сочи – это по-любому курорт. Сейчас он был до этого летний в основном и частично зимний, а сейчас еще и зимний, полностью зимний. Я думаю, что в дальнейшем эти комплексы простаивать не будут. Кафе, гостиница. На Олимпиаду. Угу. Нас будут бесплатно приглашать и возить это. У нас здесь раньше была, ну, как разрешалось, да? Ну, да. Что сделали мы этому рады? Потому что хорошо, что не снесли, никуда не выселили. То... Может, тут привыкли все равно. Висячий мост был за речку, а полоскать не изменилось. Пока что нет. Что раньше, что сейчас. Ну, на нас как бы не отразилось это, что Олимпиада пока. И пока их пойдешь пополощешь там. Ну, это... Я говорю, вы сейчас... Провели воду. Нам вроде бы провели, но она была техническая, пить ее нельзя было. Потом, когда морозы были, она замерзла, и так все на этом и стало. Больше, как бы, нам никто ничего не сделал. Я была, конечно, в ужасе сначала. Плакала, сколько сидела там в уголке.